Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Забираем билетики какие-то несчастные. Так, это что у нас такое? Специальное предложение. Слушай, ну скин прикольный. Такая машина первобытной эпохи. Да и сам водитель тоже какой-то первобытный. Так, ну что у нас тут? Во-первых, всем привет. Это во-первых, ребят. Офигенно написал. Ядрен матрен. Всем приветик. Так, магазин меня не интересует. Меня интересует что сегодня? Сегодня, ребята, гонки. Опять офлайн. Слушай, а что с кубками-то случится? Почему офлайн-то постоянно? Так, крылья, прыжки. Новые задания. Какие задания? Ну-ка. Маневр 500 метров на снегоходе. Спасибо большое. Монстр трек. Выиграть 5 гонок. Это еще можно попробовать сделать. Так, ну что, 33 тысячи кубков сегодня будем брать. Никак по-другому. Я, как говорится, на меньшее я не согласен. Клон меня выбесил в последней серии, поэтому сегодня что-нибудь надо взять другое. Возьмем, наверное, шахтер с морковкой. Нет, клоунов хорош. Уже натерпелся этих клоунов. Давай возьмем. Во. Вот такого чела. Довольный в каске. Эх, красота. Погнали. Ну понятно, маслкар как всегда первым. А, тут. Ага, тенденция-то какая пошла, друзья мои. Куча маслкаров. Ты заметил? Опа, один докатался, по-моему, ребята. У него там с горючкой что-то. Так, я приехал вторым. И мне это не нравится. Слушай, действительно, все стали гонять на маслкарах. Они, то есть, прочухали фишку по поводу тачки. Что тачка из себя представляет. И теперь начали подзабивать на те же самые раллийные автошки и тому подобное, да? И теперь у них в приоритете маслкар. Я, ребята, нисколечко не против, ради бога. Что хотите, то и делайте. Это, как говорится, ваше желание, ваше решение, ваше мнение. Может быть, и я бы гонял бы на маслкаре бы с превеликим удовольствием, будь он у меня хотя бы прокачан. Я бы посмотрел бы. Сейчас он в данный момент слабее, чем у меня та же самая моя раллийная автошка. Вот это сейчас что я делаю? Что ты делаешь, Рэй? Ну, так пришлось. Мне или кажется, или что-то какое-то, как, знаешь, такое подтормаживание идет кадра. Все равно я первым. Слушай, по-моему, не кажется, по-моему, так оно и есть. Какое-то такое, знаешь, как подтормаживание. Ну, у меня, правда, 4 серии рендерится. А рендеринг, я тебе скажу, знаете, сколько жрет ресурсов. И оперативы жрет, и... не, оперативы там не знаю. Но он жрет видеокарту. И он жрет процессор. Ресурс от него. Так, нам нужно выиграть было 5 гонок на чем? А, на монстр траке, вот на этой штуке, да? Давай попробуем, выиграть 5 гонок. Конечно, гарантию не даю, что я смогу выиграть, но я попытаюсь. Попытался. Я совсем забыл, что у этой тачки, что на ней лучше, блин, так не газовать, ребят. Ой-ой-ой, тут вон. Мы еще и на крыльях с тобой, блин. Блин, опасно как-то ехать на ней, если честно. Нет! Короче, не для пещер, короче, эта машина, ребят, ну это пипец. Это жесть, люто. Гонит она, конечно. Ой, сейчас врежемся, сейчас разобьемся, ребят. Не? Ну вот сейчас, наверное. Я уже просто, как бы тебе сказать, заранее уже подготавливаю себя к гибели. Нет, тут третье место все-таки, друзья. Как ни странно.
Вот давай попробуем на аллигаторах. Может, тут нам больше повезет. Ауч, 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 заезжай, заехал. Фига он там с места рвет, я тебе скажу. Так, ну что, друзья, первую гоночку мы с тобой выиграли. Давай попробуем еще две. Угу. Слушай, ну прикольно едет. Так, крокодилов не прилетели. А тут, или где там у нас будут? Это, по-моему, в следующей гонке будут целая гряда этих крокодилов. Там надо будет по ним ехать, ребят. Смотри, 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 смотри. Просто на изи. Прекрасно. Так, ребят, и третью гонку нам нужно проехать, чтобы выполнить все эти три задания. Прикольно летим. Замечательно, давай, давай, родная. Есть. Подожди, а почему задание мне не дали? А в чем проблема? А, 5 гонок, а не 3, 5. Привет, Рэй, приветик, приветик. Так, всем привет, братки. Так, у нас тут результаты, оказывается, еще. Ну-ка, что у нас тут получается? О, да мы выиграли по результатам-то. Гелифиш, ну ты красавчик, просто постоянно один из первых у нас гоняет, будь здоров. Просто красавчик, что я могу сказать еще? Просто красавчик, ребят, берите с него пример. Так, а у нас эпические холмы. Слушай, это опять, по-моему, с пещерами, да? Я сейчас, наверное, зря взял вот эту вот машину. Для эпических холмов. Или нормально все будет? Офигею просто. Мы слишком, блин, прыгучие. Слишком, ребят, прыгучие. А что тут одна? Одна, что ли? Нет, не одна. А вот и все, выиграем мы с собой 5 гонок. Давай, давай, родная, давай, давай, наяривай. Ох, ядрен матрен, это что такое? Вот это была пакость. Что-то такого хочется, прям, я не знаю. Да господи, ты будешь ехать сегодня, блин, или нет? Да там уже, по-моему, финиш, ребят, скоро. Не могу ничего сделать, прям аж напрекся, ребят. Чуточку, чуть-чуть буквально не хватило его обогнать. Ну фиг с ним, ребят. Давай. До усерочки, как говорится. До усерочки. Воу-воу-воу-воу, это же перелет. Давай, заезжай. Красавчик, хух. Я же прям сморщился, ребята. Прямо скукожился, давай, давай. Есть. Молодец. Просто красавчик. И вот в таком духе дальше, поехали. Поехали, 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 поехали. Нормально. Слушай, такое ощущение, что ему надо, знаешь, ставить этот, на заднем колесе ехать. Вот это было бы, наверное, для него фишка топовая. Так, еще задание... А, задание завершено, я же не забрал награду. Тяжеловоз, ускоритель дым. Так, ну что? Так, 30 самоцветов мы забрали. Так, ты видос снимаешь? Да. Обычно, ребят, если я в игре, я видос снимаю.
Да почему офлайн-то? Я никак не могу понять. Друзья, напишите в комментариях, у вас тоже такой офлайн, или это только у меня? Что-то не могу врубиться просто. Это уже второй или какой раз я пытаюсь забрать сундук свой бесплатный, и мне говорят, кукиш тебе на постном масле. Мне такое не нравится, друзья. Такое мне не нравится. Слушай, а что еще там у нас за задание? Давай глянем. Так, проехать на тракторе. На тракторе, ребята, понимаете? Берем трактор. Это глупость нелепейшая. Но, тем не менее, я попробую проехать. Так, ну сначала я... Так, мы фуру докачали, нет? По-моему, нифига. Нет, не докачали. Слушай, ее еще дофига тут качать-то надо. Значит так, трактор. Вот он, трактор. Подожди, мне не это надо. Мне нужно посмотреть детали. Спойлер, монетный ускоритель. О, разблокировали слот для деталей. Что нам сюда можно поставить? Колеса, может быть? Что скажешь? Неплохая идея, наверное, да, поставить колеса? Давай, наверное, так сделаем. Посмотрим. Посмотрим, что из себя представляет трактор в подводном царстве. Блин, у нас же тут тоже нету этой крыши. Трактор, ты должен был просто раздавить это все фуфло. Так, мне здесь нет резона, ребята, прыгать, потому что... Ну что ты твою-то налево? Что ты творишь, а, Рэй? Я пойму, мы что, с этим вдвоем, что ли, тут были? Больше... Я думаю, сейчас голову свернет он. Прикинь? Прикинь, как круто сейчас получилось. Только не... Пожалуйста, только не разбейся, я тебя умоляю. Ты видел где-нибудь такую тупость? Куда? Какие шахты на тракторе? Рэй, ну ты вообще что ли брякнул? Ну какие шахты на тракторе? У меня каска сзади летит. А смотри, я прикольно смотрюсь. Я, кстати, сейчас пострижен примерно как вот этот вот чувак. Тоже у меня виски выбриты, сзади все выбрито, а... Иракезом таким. И он такой же. А в шлеме не скажешь, да, такой? В шлеме поймальчик, макарек. Да иди ты пшикал отсюда, знаешь куда? Пшик это мне там. В туалете иди попшикай. Блин, так говномашина, ребят, меня обгоняет. Но... Подожди, 1700 метров? Сколько я сейчас проехал? Я не знаю, ребят, сколько проехал. Но явно 1700 метров я еще не взял. Ты серьезно, блин? Даже автобус, блин, взял. Все равно первое место занял. Так, сколько я проехал там метров? Давай посмотрим. Чуть-чуть не хватает. Грязные ралли. Трактор, это для тебя трасса. Грязные ралли для тракторов, ты понимаешь? Вот мы и проехали 1700 метров. Ну, то есть, грубо говоря, 1,5 километра. Промчались.
Давай, родненький, подгазовывай. У тебя все получится. Красавчик. Красавчик, других слов у меня нет на тебя. Ты умница. Капучино карамелевое, ребята, просто обалденное. Я целую пачку, ой, целую этот заказал, блок капучино. Да, по-моему, 60 или 80 пакетиков. Нормально, вкусно. Но финский мне больше понравился, если честно, который в банке сделан. В банке, который разводится такой. Отлично. Слушай, а нафига я на нем гоняю? А, ну мне же в любом случае надо три гонки отогнать. Я же не могу поменяться между первой, второй и третьей гонкой. Он, ну такой он, попрыгучий какой-то, я смотрю, этот трактор. Напоминает мне чем-то багги, когда вот она тоже на заднее колесо свое постоит. Я думал, что за птичка там летит? Это каска моя летит, блин. Да ядрен, Матрён, 4 гонки, что ли, блин? Ну давай, погнали. О, солидно, да? В плане! А ч... Чё ты делаешь-то, Рэй? Ребята, он взял просто ковшом полено какое-то задел там. Начал тащить новые колеса на баге. Начал это полено тащить, короче, и... Ну, на голову себе, короче, нагреб, скажем так. Офигеть, проехать на автобусе сельской местности — это в приключениях, не хочу. Я хочу, знаешь что? Я хочу что-нибудь взять такое, блин. Давай покатаемся. Нет. Вот это мне кто-то что-то там говорил. Поменяй, зачем-то поменяй. Ну ладно, посмотрим, давай, вот я сейчас поставил, ребят, по максималке. Ну и в чем, друзья мои, прикол, я не пойму. Ну вот я поменял, как вы спросили, поменяй. Ну поменял, и что, ничего не изменилось, ровным счетом. Вообще ничего. Зачем такой, Рэй, поменяй, прибавь на плюс 20. Ну плюс 20, и что? Мне почему-то кажется, что на плюс 1 он как-то лучше, по-моему, летит даже. Это сугубо мое мнение, ребят, я... Вот тебе, блин, сугубо мое мнение. Все проехали, а Рейчик, конечно же, позади всех, блин. Кто-то даже заехать там не смог. Так, это кто, ККМ-ка, что ли? Нет, 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 обогнал я ее. Ну, что я могу сказать? Все заргудовски. Давай, 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 наяривай. Главное, пляж сзади, все, да? А где люди-то все? Вот я не могу понять. Чего ты вжикаешь там? Вжикает он мне. Да твой... Ты идиот или что, а? Вот надо было вот из-за этого, ребят. Ай, вторым приехал. Ладно, так-то первым, но... По итогу-то все равно второй. Че, опять что ли этот пляж? Нет. Не пляж, ребята. Опа-на. Я здесь не один, друзья. Летаю. Там еще кто-то есть. Так, у нас там багги.
Пока там экспериментировал, приехал третьим. Как тебе такой расклад? Приехать третьим. Ну давай ты уж, господи, ты баги ты эту хандричоску-то вздрючь. Нам-то это же по зубам должно быть, ребят. Вот. Можешь же, когда хочешь, можешь. Ну а фиг ли выпендриваешься-то тогда? И это у нас город, да? Куча чего? Куча там. Это я так что, на монетах подскакиваю? Охрененно, да? Если бы я не перевернулся, друзья, в воздухе, было бы все великолепно. А я еще в воздухе там перевернулся, к сожалению. Привет, Рэй. Так, прив. Так, ну что? Нам остается тут совсем немножечко. Восхитительные диверсии у нас идут. Интересно, кто-нибудь восхитительные диверсии занимал первое место на моноколесе? Мне вот это вот почему-то интересно знать. Слишком какая-то попрыгучая, да? Ну слишком прям. Да не надо мне вот этого. Ну нахрена ты сбросил скорость-то, Рэй? Ну нахрена ты это делаешь, блин? Ну постоянно у тебя вот это вот. Это самокритичность мне. Просто вот взял, ребята, из-за того, что вот там снизил скорость на этом, на возвышении. Он просто съехал вниз. Не хватило у него мощей, блин, подняться. Ну колеса еще дерьмо просто полное, блин. Попрыгульку на эту нас же наступил. Нафига это надо было делать? Давай езжай вниз. Машина вроде бы неплохая, ребят. Я не знаю, надо прокачивать ее полностью. Потом я вам скажу какие-то свои, как бы вам сказать, свои заметки по этому поводу. Пока ничего про нее сказать не могу. Едет вроде неплохо, но все равно она как-то вот что-то не хватает. Чего только пока не знаю. Вроде по скорости все хорошо. По маневренности тоже, но все равно что-то не то. Чего-то не хватает. А может быть я просто придираюсь. Просто когда... Надо же, я еще не попал в лидеры. Я думал, у меня все будет ништяк. Но, как видишь, нифига. Тупо. Снегоход? Ты серьезно сейчас? Ты не прикалываешься, парень? Ты решил тут на снегоходе, хотя... Ну, не знаю, ребят, ну на снегоходе, ну... Такое себе, по-моему, удовольствие. Шпарить. Я еще понимаю, там, где вода есть, да, но именно в каньоне. Такое себе удовольствие. Ну что, 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 затарахтело, блин. Нормалек. Фух, давай последнюю гоночку с тобой отожмем. Так, у нас там багги едет сзади. Вот, наверное, было бы здесь неплохо монетный ускоритель плюс нитро иметь. Я не знаю, что было бы у нас, если бы вот сзади не было бы спойлера. Как бы нас подкидывало. Тоже вот это такой спорненький вопросик.
Морис. Ну, это уже по мне кто-то пишет. Морис. Так, 24, 12. Давай откроем. Забытое шоссе. Давай попробуем на вот это развалюхе. Ребят, она не прокачана у меня вообще никак. Это, наверное, было очень глупо взять, да? Формулу. Ядрён-матрён, смотри, как автобус там. Я охренел просто сейчас от того, что сейчас было. Нет, эта тачка не по нам. Давай на ККМ-ке попробуем покататься. Да почему же они все время вот это вот пишут мне? Я никак не понимаю. Да я понял, нажми, чтобы продолжить. Постоянно мне вот это вот нажимаю, чтобы накапливать энергию. Как будто я не знаю, вот и в первый раз я еду на этой машине, блин, серьезно. Куда ж тебя черти несут? А что они все поздувались? Они все, ребята, что-то... Притухли, припухли. Я не знаю, что случилось с ними. Они так все рьяно начали, так все жидко закончили. Видел, что я вытворяю? Все равно на этой ККМ-ке надо еще, ребята, учиться, уметь ездить. Как бы машина вроде бы неплохая, но все равно это не мой стандарт, блин. Ну что, взлетаем или позже? Пора. Ну... Давай ты твою налево. Ну просто нет слов, ребят. Ну просто нет слов. Ну нафига так затупил, а? Фига там у него пузень такая. И опять же весенний город. День чудесный. Я, наверное, поеду на фуре. Я хочу прокатиться на фуре. Смотри. Вот так хочет меня обогнать. Но, ребят, что-то... А, так он еще... Смотри, на чем он едет, друзья мои. Он едет на форсаже. Я-то еду на чистом... На чистом тягаче. Да? На своей тяге. А этот на форсаже там наяривает. Фига он лопушок дает. Это идиотизм первой категории сейчас был. Нафиг. Я думал, что проскользю между этим потолком и... Короче, крыша этой. А видишь, нифига не получилось. Размазало меня, короче. Не уступает. Просто никто, ребят, не хочет уступать мне место. Не. Давай еще одну гонку попробуем, я не знаю. На раллийном авто я бы их бы тут, ребят, всех бы рвал бы. Вот серьезно говорю, всех просто бы рвал бы. Как щеглов просто. Как тряпки бы мне тут валялись бы. Обосранные. А так нифига.
Не вздумай разбиться, а, пожалуйста. Виктори, да, Виктори, блин. Ну, второе место хотя бы уж, фиг с ним. Ребят, сербский кубок. Поехали. Воу-воу-воу-воу, смотри, смотри. Тягач, ребята, вырвался там. Ну, по крайней мере, пытался вырваться. Ну, если честно, это трасса для него, потому что... во-первых, ребята, здесь очень много равнин. Говорится, ему вообще тут идеально разгоняться и ехать. А меня, как всегда, наверх тянет. Как всегда, Рэя, блин, тянет. Куда-то наверх, блин. Все, лихача там раскидала, по ходу дела, да, ребят? Ну да. Лихача раскидала, а этот потерял свое преимущество в скорости у супердизеля. Есть. И только я на это финишную, все, фура уже сзади летит. Как истребитель, блин. Со скоростью света. Ну что, кубок штурмрайдера? Вот это я не понимаю. Ну почему тачку-то так закидывает носом вниз-то, блин? Не развесь, пожалуйста, только. Мне слов нету. Как так, блин, получается-то? Он едет нормально. С какого хрена он потом врезается и переворачивается? Я не вот этого не допетрю. Ведь все нормально выходит, блин. Нет, просто берет, разворачивается и все. И хана ему. Просто как спотыкается. Это сейчас монетным ускорителем тут шпарит. Я смотрю. Прикинь. Ладно. Все, короче, что-то я растерялся, запаниковал, блин. Пипец. Все растерял, все, что можно и нельзя. У чувачка горючее, походу, дело кончилось, да? У меня всего лишь 2 балла. Кубок штурмрайдера, блин. Ну, где? Ну, на кубке штурмрайдера, чтобы сфейлиться. Не пойму, у меня, блин, машина, по-моему, хуже всех прыгает. Причем он едет с каким-то замухрышинским, ребят, магнитом. Понимаешь? Не надо мне туда вверх, пожалуйста, не надо. Все. 5 баллов. Ну и что получается? 2-й. Я 2-й, ребят. Не последний. Ну давай. Поехали. Это уже чисто придуряюсь, ребят. Фига, я не знал, что у этого есть защита, прикинь. У мотоцикла, смотри. Мы все на древних каких-то машинах. Ой. Даже эта корыта, блин, выбралась. А мне пришлось назад, блин, отъезжать. Не ту машину я взял для выпендрежа, если честно. Для финалочки, блин. Но эта машина вообще ничего не тянет. Не еле-еле ездит, ребят. Ну-ка. Нафиг я взял, а? Пипец. Взял зачем-то свою голову. Она все, она вот не... Вот, ребята, маленькое возвышение. Уже не может взять его.
О чем можно говорить? Я в шоке, мы даже не... Третьим, мы даже не могли с тобой... Просто кого-то обогнать даже не смогли. Еле едет, ребята, еле едет. Даже прям до психоза меня это доводит. Удивительно. Удивительно, что он заехал, но... Все равно третьим. 2 балла, как тебе? 2 балла. Давай попробуем на байке. А он на чем едет? Он, по-моему, тоже на байке, нет? Вот он на чем едет, не могу понять. Твою... В задницу тебе, на твоем байке, к чертовой бабушке, блин. Байкер, хренов. В луже просто стал ехать, об крокодила, он головой шмякнулся и все, ребят. Кусок идиота, а. Взял такую трассу, это же крокодиловая, да, по-моему, трасса, блин. Ну да. Немножко удивлен, что мы здесь хотя бы в какой-то гонке заняли первое место. Да едь ты твою налево нормально, там... Я не буду даже ничего говорить, ребят. Просто дебилизм. Все, хорош нафиг дурачество. Давай, ребят, возьмем первое место. Надоело уже. По 300 раз одно и то же. Где она? Пипец какой-то, блин. Изобретаешь какой-то велосипед. Вот берешь старую проверенную тачку и поехали. Бумс, такой еще пинок под задницу, да? Типа, лети. Попутного ветра тебе в сраку. И я полетел. Я полетел. Расправив крылья, ребята. Так, тут у нас Эркэш. Так хотел, думал, сейчас задену, но не задел. А он, кстати, по-моему, тоже, ребята, не подобрал. Это горючее. Так что еще не факт, что ему хватит. Хотя... А я тебе о чем? Угледар, блин. Все-таки попередил меня, а? Поехали дальше. Так, стоп. Давай вот так вот. Оп. Фига он там. Летун, блин. Иракли, блин. Перцхалава, ё-моё, тоже мне нашелся. Вниз. Так, не надо. Сейчас бы перед комбо как пумс, и все, ребята. И финита-ля комедия была бы. Вот, берешь старый добренький, как говорится... Драндулетик, и нормально на нем делаешь дела. Все. И, блин, почему у нас на гонке ничего не меняется, а, друзья? Сфига ли? Мне надо было что-то там на автобусе приключения, да?
Ну не зима. Подожди, я не помню. Нам нужно... Где задание? Сельская местность... Блин, нет, не буду я, ребят, сельскую местность приключений гонять. Не поменялись, не поменялись, друзья мои, задачи. Ну, не задача, а задание. Вот это вот фигня, еще и заехать умудрилась. Тихо. Ну-н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 у. Ауч! Куда ж тебя? Да все, тут хана, ребят. Я в шоке. Да как они там вообще могут заезжать? Ты объясни мне, как там нафиг можно забраться наверх туда, блин? О-о-о, Рэй, ну ты крас... Ну ты додумался, что взять, блин. Поумнее ты ничего не мог придумать-то, а? Вот дурак, а. Рэй, ну ты дурень. Просто дурень. Тут надо брать буран было, блин. Кусок этого. Недобитыша, блин. Да фига ты там пыхтишь-то, как пыхтун. Сейчас в воду же упадешь, дурачок. Ребят, я еще удивляюсь, как вы здесь можете быть лидерами в этом вот. Как вы можете выиграть вообще здесь? Я не пойму. Вот хоть убей, я не понимаю. Это нужно так задрить. Просто задрить. Ну вот опять 25, ну. Ну вот не хватает ему твою налево, блин, вот это вот скульт. Развернись нафиг. К чертовой бабушке пошли. Не буду, даже не буду, ребят, стараться. Дебилизм. Дают технику, эта техника у меня нифига не прокачана. Как хочешь так себя вести? Что тут такое у нас? Че это? Ну-ка. Гонка, поехали. Пляж. Так, по-моему, тут нужен буран. Разве я не прав? Ну, слушай, проехал я. А если я возьму буран? Этим все сказано, ребят. Ой-ой-ой. Да, господи, ты будешь ехать-то сегодня или нет? Ну... Да какое фри, фу! Я не хочу! Так понятно, ребят, ну вы сами видите, у них тачки насколько шпарят быстрее, чем у меня.
Соответственно, они у него прокачанные. Все, сейчас разобьюсь. Не финишировал. Нет, ребят, не финишировал. Что? На супер дизеле? Это вообще реально на супер дизеле? Что-то я не уверен. Так, ну что, дорогие друзья, на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.